Большой привет всем зрителям моего канала на улице минус 7. Я вышла с елкой и в кофте, мне холодно. Буду быстро рассказывать вам про эту красавицу. Это елка в кашпо обычном для горшечных растений. Украшена бечевкой, чтобы придать такой более, ну, какой-то простой вид самой композиции. Елка это нобелис. Вместо звезды здесь намотаны нитки и бант. А игрушки елочные, ну, самые обыкновенные игрушки, не бьющиеся, маленькие, большие, все в таком голубом, белом и серебристом цвете и немного коричневого. И вместо дождика или чего обычно вешают на елке, здесь обычные голубые нитки. Вот, ниточки приклеенные на клей, и вот такие белые искусственные. Я не знаю, что это, имитация чего. Я не делала никакого искусственного снега на елке, потому что вот в этом году почему-то клиенты часто заходят и не нравится, когда заснежено, и они говорят, не видно ничего, ничего не видно. А, вот здесь еще немного кипарис помимо нобелиса. Я очень люблю нобелис за его стойкость, за его такую естественность и вкусный запах. И он такой аккуратненький, ну, по сравнению с пинусом, сосной. Вот, еще здесь шишки. Стоит такая елочка у нас 2000 рублей. Я немножко дотормозилась, на улице потемнело, на улице я уже выйти не смогу. Но, может быть, оно и к лучшему, не замерзну, по крайней мере. Буду показывать вам в нашем предбанничке композиции. Здесь получше освещение и потише, чем на улице. Итак, вот такая композиция, тоже здесь искусственный нобелис. В общем-то, это все, что здесь есть. Ой, искусственный, живой нобелис. Простите. И это все живого, что здесь есть, остальное все искусственное. Ну, хлопок это сухоцветы, свечи, шары и обычный горшочек, кашпо и лента. Вот, все это на зеленом оазисе. Я делаю всегда на зеленом, на живом оазисе. И все-таки нобелис, он живой, он пьет водичку, поэтому я считаю, что делать нужно на зеленом оазисе. Вот, две свечи. И, собственно, все. Такая композиция у нас стоит примерно 1500 рублей. Вот так она выглядит издалека. Еще одна композиция. Делаю и сразу показываю на всякий случай. Потому что один раз я что-то делала. Подумала, потом все разом покажу. И все купили, и я ничего вам так и не смогла показать. Поэтому буду показывать сразу по мере изготовления. Итак, вот мне нравится очень такое кашпо. Вон там, кстати, я стою в шарфе. Привет. И композиция. Нобелис, живая елка. В общем-то, опять же, здесь только это живое, остальное все искусственное. Елочные игрушки серебристые под кашпо. И вот такие белые сердечки, чтобы поддержать две свечи. И это искусственная хвоя, точнее, искусственные ягоды. Красные и искусственные веточки со льдом. Меня спрашивали в комментариях под прошлым моим видео, как из чего я делала лед. Ребят, я его не делала, он готовый. Вот, это такая веточка со льдинками. По обыкновению показываю, как это все выглядит издалека. Вот такая лодочка. Очень мне нравится такая композиция. Стоит она 2000 рублей. Еще одна красавица из нобелиса. Кашпо. Я вам уже такое показывала. Мне он очень нравится. Последнее я, когда мне что-то нравится, это сразу использую. И это кашпо стало не исключением. Было 3, осталось ни одного. Ну, как бы они все 3, но они уже все использованы. Итак, кашпо, моя любимая, нобелис. Нобелис, нобелис, нобелис. И больше живого... Здесь есть иликс. Из живого здесь еще иликс, и все. Свечки, 2 штуки. И искусственная такая вот ветка. Заснеженная елки, шишечки настоящие. Это тоже все искусственное. Ну, вообще похоже на тую, как бы заснеженную, но на самом деле это искусственная. Ну, и туя. Вот. И шарики разного размера. Красные и один золотой. Вот. Вот так композиция выглядит издалека. Она, кстати говоря, достаточно легкая. Я ее спокойно держу одной рукой. Стоимость ее 2300. Вот так. Большой привет всем зрителям моего канала. Я немножко запыханная, только что прям зашла с улицы, даже вот бросила пуховик, нет времени его повесить, потому что сейчас мне снова нужно будет уходить.
Я ездила за цветами, и сейчас пойду встречать ученицу. У меня сегодня будет обучение. Привет всем от Вини. Да, сегодня я обучаю. Мы уже встречаемся не первый раз, а второй раз. С ученицей, это моя подписчица давнишняя, которая смотрит все мои видео. Вот, меня очень это, ну, как бы радует, конечно же, что есть люди, которые очень увлеченно смотрят мои видео, учатся по ним и впоследствии учатся у меня. Сейчас я вам покажу, какие цветы я взяла. И сегодня мы будем собирать букет на техническом каркасе и технический каркас проходить. Вот такая будет тема урока, и сейчас я покажу вам цветочки. Вот такой ассортимент будет у нас для букета. Это лимониум, розовая гвоздика, розовый лизиантус, сиреневатая красотка Misty Bubbles, эвкалипт и зелень фисташка. А, еще там лизиантус, я думаю, господи, что-то еще же было. Еще лизиантус тут припрятался, я его уже расчехлила. Вот, вот такой будет состав. По цветовой гамме, вот, как бы у нас будет занятие именно по цветовой гамме, и я подбирала именно цветы с расчетом, чтобы объяснять, как сочетать по цвету.